Здравствуйте, вы смотрите интервью «По существу». 5 августа в Чебоксарах состоится фестиваль спорта прессы «Чуваши», 77-я республиканская легкоатлетическая эстафета газеты «Советская Чувашия» памяти Андриана Николаева. Сегодня у нас в гостях главный редактор газеты «Советская Чувашия» Владимир Васильев. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте. Владимир, буквально через 3 дня стартует фестиваль спорта. Сколько человек вы ожидаете, что приедут в Чебоксары на стадион «Олимпийский»? Здесь нужно различать, то есть спортсменов, как правило, приезжает от 2,5 до 3 тысяч, и с каждым годом количество участников растет, а болельщиков от 10 тысяч. Стадион Олимпийский, тем более, это позволяет, он обновленный. Я думаю, что вот в таком количестве мы, как минимум в таком количестве мы проведем. То есть можно сказать, что 10 тысяч человек постоянных читателей и поклонников газеты «Советская Чувашия». Мне бы хотелось так говорить. Они все-таки, наверное, поклонники эстафеты. Да, непосредственно, потому что эстафета за 77-й раз, а так она уже проходит с 32-го года, если, кстати, вернуться в историю 32-го года, да, там вообще было десятки женщин, десятки мужчин, то есть небольшое количество людей. Вот, за это время все-таки они поклонники эстафеты, здорового образа жизни, но ассоциация советско-чуваши, естественно, происходит. Если уж они не читатели, то, по крайней мере, они знают, что наша газета есть, потому что очень много молодых участников, которые со временем, наверное, будут все-таки читать нашу газету и вообще читать газеты, к чему мы тоже стремимся и популяризируем. Если интересно получается, если раньше «Советская Чувашия», да, популяризировала спорт, то теперь спорт популяризирует «Советскую Чувашию». Ну, вот такой вот, скажем, этот тандем. Я знаю, что на эстафету, на этот легкоатлетический забег попасть не так просто. То есть не каждый может прийти, зарегистрироваться, сказать «я бегу». Это командное соревнование, участвуют команды, и в течение года вы готовитесь вот к финальному эстафетному этапу. Да, вы правы. Правы в том, что это финальное, и подготовка идет в течение всего. То есть сейчас закончится, мы будем готовиться уже к 78-й. Но, в принципе, положение позволяет всем и общественным организациям всем выставить. Но единственное, что первые этапы, например, по районам у нас, да, происходят, вот из районов приезжают сильнейшие. Газета «Грани» проводит первый этап эстафеты «Советской Чувашии», но они на свои призы проводят, у них там тоже очень массово все это делают. Там, то есть, сильнейшая команда вот из Новочебоксарска. В Цивильске, ну, в основном это тоже районные газеты, да, способствуют этому, и большое им спасибо, потому что на уровне районов, муниципалитетов наши коллеги из газет очень активны, и, в принципе, вся нагрузка первых этапов на них садится, и мы даже не просим акцентировать внимание, что это первый этап эстафеты именно «Советской Чувашии». Это все-таки их. Но вот команды на этих соревнованиях в районах лучшие, они уже участвуют непосредственно вот на стадионе Олимпийском, в финале, и здесь будут, я вам скажу, такие страсти спортивные очень сильно кипят. Там полно споров по поводу того, кто должен участвовать. Мы со своей стороны стараемся, чтобы все-таки было все очень честно, да, потому что команды набираются, я знаю, что некоторые команды набирают профессиональных спортсменов, и изначально все-таки эстафета, она была не настолько профессиональная, да, не профессиональный спорт, но тем не менее команды формируются, значит, победа. На, самое главное, что это доказывает, что победа на эстафете, она почетна. Если вы зайдете вот, в любую организацию, чья команда выставляется на эстафете, кубки, грамоты этой эстафеты, они всегда на почетном месте, не просто где-то там вот, в фойе в заднем углу там, и все такое, на почетном месте. Неоднократно приходилось работать на эстафете, снимать, еще когда она была на площади Республики, приходила вокруг сквера. Республики, да. Изначально, да, из пункта А старт до пункта Б, да, финиш, да, да. Да, это все вот так. Сейчас до сих пор ходят споры, как это нужно делать, но мы, понимаете, вот вечный спор, что это, спорт или шоу, да, мы все-таки опять же находим, что это должна быть середина, потому что большое участие спонсоров, спонсоры действительно сами предлагают свое участие, да. Здесь нужно соблюсти середину. Если это будет из пробег, именно пробег, как раньше было, да, это будет чуть-чуть тяжело. Нам нужно будет останавливать, перекрывать где-то город. Вот. Потом, да, элементарно просто, где люди будут переодеваться.
А когда мы говорим, это эстафета газеты «Советская Чувашия» и фестиваль спорта пресса, да, то стадион Олимпийский просто идеально для этого подходит, тем более обновленный, да и вообще весь Олимпийский обновленный, это там, где проходили и соревновались лучшие спортсмены, легкоатлеты Европы, да, поэтому я считаю, что зачем от этого отказываться? И потом по асфальту это все равно травмоопасно. По-другому. Я еще хотела добавить, что ведь я знаю, что за команды выступали и действующие спортсмены, легкоатлеты Чувашии, и в прошлом, которые уже отошли от спорта, но завоевывали на... Дело в том, что именно правильно. Дело в том, что просто многие знаменитые наши спортсмены, да, не буду просто называть их фамилии, да, потому что их, ну, особенно те, кто из районов, они свою спортивную карьеру и первые награды, и первый пьедестал у них это было именно на эстафете Советской Чувашии. Поэтому мы этим очень гордимся. И просто вот, знаете, как путевка в жизнь, да, трамплин определенный. То есть обычный пробег для того, чтобы кого-то заинтересовать легкой атлетикой, становится брендом. Да. И смыслом жизни в какой-то. Для вас смысл жизни, для читателей бренд, что действительно стоит поучаствовать. Я согласен. Я бы по поводу бренда еще сейчас очень модно, вернее, модно это всегда было, а сейчас очень активно это слово употребляют. Так вот, эстафета «Советская Чувашия», она, я еще раз говорю, что это живет уже от газеты немножко отдельно. Вот именно эстафета, она является неким брендом всей республики, потому что к ней готовится, еще раз подчеркиваю, не только читатели, да? К ней больше готовятся будущие, наверное, наши читатели. Будем надеяться на это. Вы заметили, что соревнования пройдут на стадионе Олимпийский, и у вас есть какое-то обязательное условие для всех участников, вне зависимости от подготовки? Большая часть положения не менялась уже очень продолжительное время. Единственное, на чем мы настаиваем, это должно быть отсутствие шиповок, да, на кроссовках, обуви. Да, профессиональной обуви. Все-таки это будет нечестно по отношению к тему, кто придет без шипов. То есть должны быть одинаковые условия, но и дорожка тоже должна, соответственно, мы в данном случае гости на этой дорожке. Вот. Вот это обязательное условие. А так у нас, значит, жеребьевка начинается завтра, с утра. Там будут уже раздавать номера. Кто не успеет, может непосредственно тоже с 8 часов на стадионе Олимпийском, там тоже можно будет уже зарегистрироваться. Единственное условие, все спортсмены должны справки медицинские и принадлежать к той компании, к тому сообществу, за которую команда выступает. Вот. А есть какие-то громкие имена или команды, которые регулярно, традиционно побеждают в эстафете? Вот, может быть, навскидку? Я бы, знаете, вот не хотел бы сейчас именно выделять какую-то команду, потому что у нас есть самое трогательное вообще, это всегда семейные забеги, да, и выигрывают, и самые трогательные фотографии после этого получаются. Это когда семьи с малышами бегут, вот для нас вот такие, например, да, трогать, но они меняются периодически. Я бы не хотел выделять, потому что у меня есть ощущение, что в этом году будут какие-то изменения. Вот. Могут победить, скажем так, вот, например, мы в Советской Чувашии выставляем свою команду, мы хотим победить. Я знаю, что и вы будете выставлять, и другие средства массовой информации. Мы схлестнемся не на профессиональном уровне, а вот на спортивном. И вот посмотрим, кто лучше. Я думаю, что и многие так подходят. То вызов такой, да? Вообще это вызов, да, я вам бросаю вызов. Будет номинация среди средств массовой информации. Какие еще номинации будут? Значит, будет среди учебных учреждений, СУЗов, ВУЗов, школьники. Потом среди предприятий, среди муниципалитетов, администрации, то есть вот органы власти тоже будет. Поэтому вообще с положением еще раз можно ознакомиться на сайте Советской Чувашии. Там же и программа по времени, когда что и какие забеги, когда регистрация, когда торжественная часть. То есть все на нашем сайте газеты Советской Чувашии, вся информация дополнительно есть. Спасибо большое за интервью, за то, что пришли к нам в студию. Встретимся 5 сентября. Во сколько? Давайте в 9 часов встречаться. В 9 часов на стадионе Олимпийский. В 9 часов. Спасибо большое за внимание. Итак, 5 сентября, 9 часов, стадион Олимпийский, фестиваль прессы спорта Чувашии. До свидания.